عشق مزار ده دل آزار ده آر بازار ده ارزان ناموز ای تل میز خار الداد مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلب موزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن Bugün keçilgen iman mı namus, erzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tutilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Гульнара, ты чего здесь стоишь? Вам какая разница? Просто хотел подбросить. Не нужно, сама доеду. Гульнара, все, успокойся, может, поедем? Я все равно в эту сторону еду. Нам не по пути, поэтому езжайте, не стойте. Ну ладно, сама знаешь. Гульнара, слушай меня. Не упрямься, садись. Все равно я должен с тобой поговорить. Значит, тебе нечего мне сказать, да? Есть. Есть. Хорошо, тогда пошли. Почему вы любите меня? Но не можете взять меня в жены. Что есть в других женщинах, чего нет во мне? Почему именно я? Почему я, как и другие женщины, не могу жить счастливо и спокойно? Эй, ты сама рушишь свое спокойствие. Зачем же вы тогда встречаетесь с этой гузаль? Скажите, я ваше это положение должна правильно понимать, да? Да, они бывшие возлюбленные, видятся, когда скучают друг по другу. Так я должна это все понимать, правильно? Гульнара, ты неправильно понимаешь. Нет, это вы не понимаете. Я сделала для вас все, что только могла. Все стерпела. Даже лишили ребенка. И это я вытерпела. Что еще мне сделать, а? Скажите, что мне нужно сделать, чтобы вы меня полюбили, оценили меня? Что мне сделать, чтобы вы перестали унижать меня рядом с этой гузаль и начали уважать меня? Что мне сделать? Ты ошибаешься, Гульнара. Она мне не нужна. Я тебе говорю, что не изменял тебе. Почему ты не веришь? Потому что вы обманули меня. Говорили, я не встречаюсь с гузаль, просто помогаю ей. Сколько раз можно верить одному человеку? Я не врал. Я сказал, как есть. Я видела, с какой любовью вы на нее смотрели. Я все видела. Я устала. Я тоже человек. И у меня тоже есть сердце. Это было недопонимание, Гульнара. Больше не поверю. Что бы вы ни сказали, теперь совсем нет смысла. Что вы вообще за люди, а? Ваша дочь сбежала. А вы? Хотя бы один раз спросили про Фархода. Навестись-то не приходили. Ни капельки не поинтересовались. Если ваш ребенок был арестован, то это по своей вине. Джанону убила ваша дочь. Хорошо, почему? Почему так случилось? Джанона была беременна от Фархода. Гузаль не выдержала и поругалась. Гузаль не убивала ее специально.
Погоди, Шахло. Правильно говорите, Свати. Вы полностью правы. Мне стыдно. Мы были так заняты собой, что о вас даже не спросили. Так, а дальше? Теперь что будет? Хотите избавиться одним простым извинением? Мой сын будет в тюрьме, а ваша дочь будет наслаждаться жизнью, да? Какое наслаждение? О чем вы говорите? Могли бы постесняться. Я ничего не сделала постыдного, в отличие от вас. Вы объединились с этой легкомысленной девушкой. Скружили голову Фарходу. Вы хотели избавиться от моей дочери. Вот, избавились. Только не просто избавились, а также, смотря на это, получили свое наказание. Будешь рыть другим яму, сам в нее и упадешь. Вы мне сейчас же найдете эту Гузаль. Я должна с ней поговорить. Забудьте о Гузаль. Идите, занимайтесь своим сыном, понятно? Вы не понимаете, эта женщина заранее все запланировала. Джанана была беременна от Фархода. Поэтому случились эти события. Мы перед ними не виноваты. Значит так, да? По-хорошему, вы не понимаете, оказывается. Поэтому поговорим по-плохому. Увидимся с вами в суде. Все, остановите. Что? Куда ты вообще должна была поехать? Не ваше дело. Остановите, я сказала. Остановите. Спокойно говорите со своей Гузаль. Заждалась, наверное? Гульнара! Гульнара! Да, Гузаль, что случилось? Почему, когда не поднимаю трубку, продолжаешь звонить? Алишеракия, Хилола пришла. Что? Зачем? Да, пришла опять, угрожала. Как она нашла дом? Я не знаю. Откуда я знаю? Все, не паникуй, все. Что сказала она? Я уничтожу тебя, угрожала, сказала, что пожалею, что я родилась. Вы придете? Нет, Гузаль, я должен идти на работу. Придите, пожалуйста, я боюсь. Гузаль, ты с каких пор начала бояться Хилолу, не пойму. Мы должны поговорить, Алишераке. Я не знаю, что делать, как продолжать жизнь. Я не знаю, что делать. О, Господи. Мне нужна ваша помощь. Ладно. Хорошо. О чем вы думаете? Какая ни была Сватя плохая, все-таки есть смысл в ее словах. Но мы же тоже не говорили, чтобы так было. Эту девушку твоя дочь убила. Нет, Гузаль никого не убивала. Это произошло случайно. Потом в этом инциденте виноваты только Фархот и Джанона, и никто другой. А твоя дочь? Твоя дочь ангел, да? На самом деле, из-за твоей дочери я не могу выйти на улицу. После стольких слов, как я в лицо Фархота посмотрю? Дорогой, вы не понимаете. Об этом не знают ни Фархот, ни его мама. Джанона обманом позвала Гюзаль в ту квартиру.
Поэтому Гузаль с ней и поругалась, понимаете? Что бы ни случилось, твоя дочь не права. Муж ее из-за нее сидит в тюрьме, а твоя дочь где-то там бродит. Ну что вы хотите делать? Собираетесь пойти и посадить Гузаль? Нет. Сейчас я для начала должен поговорить с Фарходом. Хорошо, что... Благодари Бога, что он еще не знает об этом позоре. Надоела эта женщина. Уходите? Да, ухожу. Что хочешь сказать? Не спешите, поговорим. Потом поговорим. Сейчас поговорим. Я тебе говорю потом. Я на работу ухожу. Я сказала сейчас. Потом поговорим. Поняла? Уйди с дороги, иди. Что это за цирк? Что вы творите? Вы испытываете мое терпение? Ваше терпение закончилось? Да, закончилось. Кто этот ребенок? Почему ваш зять и сестра говорят, что это не их сын? Тогда чей это сын? Ваш? Да, мой сын, все, мой сын. Вы шутите? Нет, я не шучу, это мой сын. Теперь тут будет жить. Ты будешь матерью, а я отцом, поняла? Вы смеетесь надо мной? Я вообще не смеюсь над тобой, поняла? Сколько можно повторять, что это мой ребенок, здесь будет жить? За ним смотреть будешь ты. У тебя есть что сказать? Да. Я за этим ребенком смотреть не буду. Будешь смотреть? Не буду. Будешь смотреть, не говорю! Буду. Санам, будешь смотреть, я тебе говорю. Никогда, ни за что. Я не буду смотреть за чужим ребенком. Я не буду смотреть за этим ублюдком. Это твой ребенок! Это твой ребенок и Тимура, поняла? Теперь будешь смотреть! Это тот ребенок, которого ты оставила в детдоме 5-6 лет тому назад. Это он. Поняла? Что? Чего замолчала? Ничего не скажешь? Почему не орешь? Сейчас же орала на весь дом. Ори! Ори! Говорила же! Никогда не приму твоего ребенка! Скажи еще! Да, хорошо! Я дурак! Думал, как же принять твоего ребенка! Смотри, я, оказывается, ошибался. Оказывается, ты права. Я тоже не буду смотреть за этим ребенком. Сегодня собери свои вещи и уйди из этого дома, поняла? Чтобы не видел. Иди отсюда. Своего этого ребенка тоже забери, поняла? Когда вернусь, чтобы тебя в этом доме не было. Сана. Сана. Извини, любимая. Я был немного далеко. Почему ты не позвонила? Я бы сразу прилетел бы. Как ты себя чувствуешь? Сана? Почему ты молчишь? С нашим ребенком все хорошо? Нет. Что ты такое говоришь? Сана, с ним что-то случилось, что ли? Я его отправила в детский дом. Что? Ты шутишь? Я не шучу. Мне не нужен этот ребенок. Что значит, он мне не нужен? Как ты только родившегося ребенка в детский дом сдала? Мама поставила условие. Сказала, выбирай. Либо я, либо Тимур. Сана? Я все обдумала. Простите, мы не сможем быть вместе. Подожди, Санам. А как же наша любовь? Не подумала о нашем ребенке?
Я боюсь вас. Вы опасный человек. А ребенок мне не нужен. Я скоро должна выйти замуж. Прощайте. Стой, слушай меня. Ты не сможешь меня оставить. И даже ребенка. Знай это. Тех, кто были против этого, всех и даже твою мать, уничтожи, поняла? Оставьте меня в покое. Дитя. Прости меня, мой мальчик. Прости меня. Ты, наверное, страдал без меня. Да, сыночек, я тебя так долго искала. Так долго искала. Сынок, скажи, мама. Мамочка. Сыночек. Кемран, я больше никогда тебя не брошу. Я всегда буду рядом. Нет. Как ты, Фархот? А как тут быть еще? Извини. На самом деле, я должен был навестить тебя раньше. По правде говоря, я даже не знаю, что сказать. Извини. Ничего. Как Гузаль себя чувствует? Почему она не приходит? Я переживаю. Гузаль. Она сама хорошо себя чувствует. Она, наверное, меня до сих пор не может простить. До сих пор не пришла. Каждый раз говорю, когда мама приходит. Но почему-то до сих пор не пришла. Не понимаю, почему. Не спеши. Адвокаты вообще что говорят? Насколько я знаю, тут не было никакого преступления. Джан, она случайно упала. Ведь так, да? Я не знаю. Что? Папа, когда я пришел домой, Джанона лежала без сознания. Гузаль и мама были в панике. Ты что, еще ничего не видя, не зная, вину на себя взял? Да, времени не было подумать. Мама уже вызвала милицию. Знаете же, она человек-закон. Да, понимаю. Но... Почему ты вину Гузаль на себя взял? Что значит почему? Она моя жена. Я ее очень сильно люблю. Папа, скажите правду, с ней что-то случилось? Я начинаю переживать. А нет, Гузаль хорошо себя
чувствует. Фарход, может, ты расскажешь, что случилось на самом деле? Почему из-за случайно упавшего человека должны посадить тебя или Гузаль? Может, скажешь? Мама хотела посадить Гузаль. Она очень любила Джанону. Честно, я сам не знаю, что случилось. Гузаль ее толкнула или она сама упала. Но мама очень сильно разозлилась на Гузаль. Понятно. Поэтому, значит, она пришла к нам и устроила скандал, сказав, что должна поговорить с Гузаль. Что? Почему пришла к вам в поисках Гузаль? Где сама Гузаль? А, она сейчас отдельно живет в съемной квартире. Папа, почему она живет в съемной квартире? Почему не в своем доме или у нас? Твоя мать в то время сразу выгнала Гузаль. Понятно. Каждый раз, когда мама приходила, я спрашивал, не выгнала ли она Гузаль, как ее самочувствие. Каждый раз спрашивал. Фархот, успокойся. Сейчас и маме твоей нелегко. Из-за невестки ее сына сажают в тюрьму. На ее месте любой человек этого бы не выдержал. Значит, что произошло на самом деле, ты, получается, не знаешь. Если и в самом деле убила Гузаль, то все равно должен кто-то сесть. Поэтому мне пришлось взять вину на себя. Как доехали? Чай будете принести? Нет, сиди, не нужно. Давай быстрее поговорим, и я пойду. Не спешите. Все хорошо вообще? Столько времени прошло, как сказали, что едете, но только сейчас пришли. Я должен был подумать. О чем именно? Обо мне? Про тебя. Про себя. Про семью. Про все. Что вообще происходит? Вы стали каким-то нервным в последнее время. Из-за чего вы так нервничаете? Потому что ты давно уже пришла в себя. Но ты не можешь этого принять. Каждый раз меня вмешиваешь в свою жизнь. Да, вот значит, в чем дело. Переживаете, потому что не можете от меня избавиться? Дело не в том, что избавиться от тебя. Тогда в чем? Может, скажете? Гульнара ушла из дома. Из-за меня? Из-за тебя. Еще вдобавок, нас вчера Надыр сфоткал и отправил эти фотографии. Сказала, что разведется со мной. Хорошо, Надыр сфоткал. А как они попали в руки Гульнары? За этим всем стоит именно Хилола. Мы так и не избавились от этой змеи. Теперь и ваша жизнь продолжает лезть, да? Как же мне все надоело. Я даже не знаю, что мне делать. Будто весь мир против меня. Нет, что я сделал плохого Хилоле? Не понимаю. Все, не переживайте, Алишераке. Я вам принесу чаю. Это вчера отправили? Да. Именно вчера. Когда родители мужа пришли уговаривать вернуться меня домой обратно. Именно тогда пришли эти фотографии. Боже мой. Ты показала им эти фотографии, да? Показала, конечно.
Почему я должна скрывать их ошибки? Верно говоришь, но... Что «но»? Я почему-то не верю, что Алишираке такой человек. Да? Серьезно? Хорошо. А что ты скажешь про эту фотографию? Не видишь, как они флиртуют там с друг с другом? Не видишь? Вижу. Но... не знаю. Лола, скажи мне правду. Ты делаешь это, чтобы я не развелась? Вот и все? Это не так. Я по-другому представляю твоего мужа. Не верю в то, что этот человек врет или лицемерит. Трудно поверить тому, что ты показала. Понимаешь? Хорошо. Хорошо. Ты, оказывается, знаешь, что мой муж верный. Он не лицемер, да? Я тоже сомневаюсь. Потому что я его прекрасно знаю. Он любит. И всегда любил Гузаль. Он очень сильно любил ее, понимаешь? Если на фотографии вместо Гузаль была бы совсем другая девушка, я бы сейчас поверила в твои слова. Что ты собираешься делать? Не говори, что разведешься. Да не знаю. Ассалам алейкум. Вы Гульнора, так? Я Хилола. Алло, слушаю. Шахло, ты где? Я дома. Оставайся дома. Сейчас приеду. Короче, мы должны поехать к Гузаль. Почему? Все в порядке? Нет, не в порядке. Нам нужно с ней поговорить. О чем? Зачем ты столько вопросов задаешь? Будь готова, короче, сейчас приеду и заберу. Хорошо. И позвони дочери, пусть будет дома. Ладно, дорогой, ладно. Лишь бы все было в порядке. Вы, получается, сводная сестра Гузаль, да? К сожалению, да. Понятно. Меня интересует одно. Почему вы каждый раз звоните Гульноре? А что, не звонить? Звоните, но не для того, чтобы устраивать скандал. Лола, не спеши. Что? Давай сначала выясним истинную цель этого человека. Я тоже об этом говорю. Итак. Оказывается, вы действительно простые нежные девушки. Обычно у таких женщин у мужей бывает как минимум одна любовница. Что? Слушай меня. Мы сюда играться не пришли. Тебе понятно? Не знаю. Ты меня сама позвала. Если я позвала тебя, скажи, в чем твоя цель? Какое зло тебе причинила наша семья? Мне нет дела до твоей семьи. Мне нужна Гузаль. Не поняла. Но для того, чтобы ей отомстить, ты тоже нужна. Еще скажи, наш разговор не закончился? Нет, конечно. Ведь твой муж до сих пор ходит с Гузаль. Думаю, сейчас он рядом с ней. Не говорите того, что нет. Правда? Он тебе сказал, что пошел на работу, да? Слушаю, это Анфа клиника. Это я, Хилола. Да, Хилола Абдуллаевна, чем могу помочь? Фасляке, Алишер Анварович пришел на работу. По-моему, еще не пришел. Что значит «по-моему»? Если бы пришел, я бы его Понятно. Видел. Понятно. Хорошо, ладно, пока. То, что он не на работе, ничего не означает. И потом, я с мужем уже развожусь. Где бы он ни был, мне неинтересно. Вообще. Да ладно. Если бы тебе было неинтересно, ты бы меня не позвала. Ты просто так своего мужа никому не отдашь. Разговаривая с вами, я так распереживалась. Когда вы придете к общему решению, позвоните мне. А сейчас у меня есть дела. Подумайте. Если хотите, то мы вместе уберем эту Гузаль из своей жизни. Да, кстати, у меня есть ее адрес. Если хочешь поехать к мужу, скажи,
Я тебя отправлю. Алло. Да-да, выхожу. Ладно, счастливо оставаться. Итак, зачем пришла Хилола? Пришла на нервы мне подействовать. Сказала, муж твой в тюрьме, а ты на свободе наслаждаешься. Да, кстати, что там с делом Фархода? Не знаю и знать не хочу. Ой, ты что такое говоришь? Лучше бы пошла и встретилась. Я же вам сказала все. Он изменил мне с Джаноной. Я его больше не буду прощать. Он тебя прощал, да? Когда сбегала ко мне домой. Эй, он твой муж. Что бы там ни произошло, ты должна его поддерживать. Вот ты же пришла в себя. Иди, посмотри. У меня нет намерения с ним жить. Зря ты так делаешь. Разве эту Джанону Фархот не ради тебя убил? А? О чем ты задумалась? Нет, ни о чем. Гузаль, ты что-то от меня скрываешь, да? Нет, что мне скрывать? Мой тебе совет. Сходи с мамой и навести Фархота. Он, бедный, наверное, сидит и переживает о тебе. Алло? Ты дома, дочка? Да, дома я, мама. Мы с твоим отцом едем. Будь дома. С папой? Зачем? Не знаю. Он должен поговорить. Хорошо, а когда? Выходим из дома. Скоро приедем. Хорошо, мамочка, хорошо. Оказывается, мама с папой едут. Почему? Все в порядке? Не знаю. Алишер Акеев, вы не уходите? Что значит не уходите? Что я буду тут делать? Я боюсь, Алишер Акеев. Все, успокойся, Гузаль. Они твои родители. Потом, если меня тут увидят, то точно будут проблемы. Хорошо? Испортив жизнь невинной девушки, теперь ты думаешь, что мужчина, да? Вот мразь! Тьфу на тебя! На спине! На спине у нее есть родинка. Красивая. Ей очень идет, однако. Не вы ли та девушка, которая упрямилась, что не выйдет за меня замуж?
Я видела инцидент собственными глазами. Но из-за того, что я мать обвиняемого, мои показания не пройдут. А, кто-то пришел. Ладно, потом поговорим. Барно, когда ты пришла? Идем, проходи. Ты что, с этой девушкой хочешь сравняться? Вот эта противная открыла мне глаза. Оставь, теперь ты с ней подружилась. Да брось. Ты меня ревнуешь? Поэтому ее не взлюбила, так? Послушай, видно же, какая она. Эта девушка на многое способна. Я тоже хочу так сделать. Устала быть хорошей, простой девушкой, Лола. Хватит уже. Здесь меня только не ценят, вот и все. Пожалуйста, не пугай меня. Ты хочешь объявить войну своему мужу? Если будет нужно, объявлю. Гульнара? Когда ты успела сделать столько всего плохого? Лобар. Что? Что это значит? Подружка? Я тебе говорила, что с Моргой до. Разговариваю со следователем, который занимается делом моей дочери. Я знаю, следователь твой человек. Мне повезло. Я встретилась с учеником этого следователя. Не поняла. Что ты хочешь этим сказать, подруженька? Делобар. Я все знаю. То, что Джанона была беременна от твоего сына. А твой никчемный сын намеревался лишить жизни моей дочери. Не спеши. Ты ошибаешься. Все, хватит. Я выслушала твое вранье. Теперь ты меня слушай. Твой сын не выйдет из тюрьмы. Он получит наказание по полной. Если ты веришь своим знакомым, то у меня тоже есть такие же знакомые. Я сделаю так, чтобы жизнь твоего сына прогнила в тюрьме. С сегодняшнего дня у меня нет такой подруги, как ты. Барно, не спеши. Гузаль. Я не чай пришел пить. Слушай меня. На самом деле Джанону убил не твой муж, да? Да, так. Муж пришел позже. Почему тогда твой муж сидит в тюрьме? Я... Может, хватит, дорогой. Ты не вмешивайся. Я тебя не спрашиваю. Говори. Чтобы меня не посадили. Чтобы тебя не посадили, да?
И? А ты что делаешь, а? Ты почему не спрашиваешь, как поживает твой муж? Ты каким человеком стала к тому, что тебе стыда не хватает? Так у тебя еще и ни чести, ни совести не осталось. Нет, моя дочь не была такой. Ну все, успокойтесь, хватит. Я же сказала. Она не может простить измену Фархода. Простит? Надо будет простить. Почему это стало вам причиной именно тогда, когда он попал в тюрьму? Я не позволю из-за тебя погубить жизнь одного парня. Но не будете же вы свою дочку сажать в тюрьму, дорогой. Надо будет. Засужу. Я тебе сказал не вмешиваться, поняла? Ну, говори. Алло. Алло. Галипаке, где вы? Я на улице, все в порядке? Я с вами должна поговорить. Только не сегодня. Потом поговори. Это очень важно. Я знаю, но сейчас у меня голова раскалывается. Вечером встретимся. Я вам сама позвоню. Да, ладно. Как доехали? Рада приветствовать. Спасибо, хорошо. Спасибо большое. Как дела, Санам? Хорошо, слава богу. А вы как? Хорошо. Не сказали, что приедете. Извини, Санам. Я этому раздолбаю говорил, оповести сестру. Думали, сделаем сюрприз, сестра. Проказник. Мог бы предупредить, я бы приготовилась. Не нужно, Санам. Мы пришли, чтобы узнать, как ты поживаешь, как жизнь. Твоего мужа что-то не видно? Он на работе. Понятно. Муж поздно возвращается. Одна не боишься? Да нет. Чего мне бояться? Сестра не одна? У нее же есть и ребенок. Камрон, где сестра? Он был в комнате у себя. Камрон? Оставь Ислом. Ну что ты с ним будешь делать? Пусть с нами посидит сестра. Камрон! Камрон! Эй, Камрон! Да, мама. Ой. Мама, вы меня звали? Да-да. Пошли, Кемрон. Я мультфильм поставлю тебе. Хорошо. Я сейчас. Не понял. Кто этот мальчик? Племянник дяди, оказывается. Говорил, пусть временно тут поживет. Хм. Тогда почему он твою сестру называет мамой? Не знаю. Я тоже удивился. Угу. Мамочка, хватит меня обманывать. Хватит. Хватит, я вам говорю. Хватит, мама. В этом деле мы не должны проиграть. Поэтому я обратился к тебе. Кто этот мальчик, который ходит у вас дома? А вы не спросили у Санам, кто это? Дельноза привела твоего ребенка, он уснул. Как ты будешь счастлива, выкинув своего ребенка на улицу, а? Ты это считаешь счастьем? Иди отсюда, не показывайся мне. Нет, на глаза, иди, не показывайся! Когда сам станешь отцом, только тогда ты меня поймешь. Абдулла... Не торопись.
tökülgen Bugün keçilgen ey iman mı namus Arzan mı namus, sersan mı namus Namus sizlerge, yalgan mı namus Teşlep getirgen ey kadri tökülgen